Друзья, всем привет! Вы на канале Скуревью. И должен вам сказать, что китайцы совсем страх потеряли, поскольку в этой посылке находится смартфон. Так они так честно и написали на упаковке. Ну, ребята, это опрометчивый шаг. Почта России вполне могла позариться на то, что находится внутри. Но вроде бы осмотрел я пакет, нигде он особо не поврежден, поэтому надеюсь, что все здесь в целости и сохранности. Здесь смартфон Nubia Z17 Mini. По-моему, так он называется. Покупал я его в магазине GearBest за $270. И давайте смотреть, в каком состоянии он приехал. И он ли это вообще? Так, резать не будем. Слишком плотно сидит упаковка в пакете. Просто пакет разорвем. Таким вот образом. Да, действительно, это Nubia. Все запаковано, никто ничего не вскрывал, поэтому здесь наверняка не кирпич, а на самом деле смартфон. Так. Аккуратненько. Разрезаем, поддеваем и снимаем вот эту пленочку, безусловно, красивую. Так, что можно по характеристикам здесь сказать? На упаковке много всякого написано. Все на английском языке, действительно, Z17 Mini. Пожалуйста. Что у нас здесь? Да хотя, в принципе, это у нас распаковка, пока рассказывать ничего особо не буду. Вот таким вот образом все выглядит. Вот такой вот очень приятный, кстати говоря, смартфончик. Приятно в руку ложится. Слушайте, ну класс. Я вообще очень доволен. Здорово. Давайте смотреть, что у нас в комплекте. А в комплекте у нас, инструкция по эксплуатации. Вижу английский язык. И еще какой-то есть. Это что за язык? Непонятно. Языков, я так понимаю, много в инструкции. Ну, русского сходу не видно. Ладно. А вот это у нас что такое? Это гарантийный талон. Это у нас скрепка для того, чтобы лоток вынимать. Смотрите, как здорово. Свернут провод. Кабель для зарядки. Что у нас здесь? Здесь у нас Type-C, ребята. Type-C. Здорово. Значит, зарядка должна быть... Как она правильно-то называется-то? Скоростная, короче говоря. Пусть будет скоростная. Так. Забыл я слово. И смотрим. Нет. 5 вольт. Всего лишь навсего 5 вольт. Если бы была быстрая зарядка, вот вспомнил, то тогда здесь было бы 9, 12, но здесь 5 всего лишь навсего. Но, тем не менее, что еще? Да, в общем-то, и все. Больше ничего в комплекте нет. Ну, давайте попробуем еще включить. Пошла загрузка. Так. Ну и все, собственно говоря. Дальше нужно уже настройкой заниматься. Здорово. Здорово, мне нравится, ребят. Очень нравится, как сидит в руке. Просто шикарно. Давно я таких классных в этом плане смартфонов в руках не держал. Ну вот, наверное, и все. Больше рассказывать ничего об этом смартфоне не буду. Почему? Потому что все-таки нужно мне его изучить. Поэтому отправляюсь этот смартфон изучать, настраивать. И по результатам будет, естественно, обзор на данном канале, видеообзор и текстовый обзор на сайте skureview.com. Это была всего лишь навсего распаковка. Делаю я их для того, чтобы вы были в курсе того, что ко мне приехало и на что ждать обзоров в ближайшее время. Все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о канале друзьям, делайте репосты этого видео. Еще увидимся!